Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня мы изучаем тему, это лекция номер 9, «Основы педагогического проектирования». Так, рассмотрим сначала основные определения, которые мы будем использовать. Что такое проект? Да, слово «проект»? Это ограниченные во времени целенаправленные изменения отдельной системы с установленными требованиями качества результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической организации. Вот такое определение по Новикову. Я думаю, что в дальнейшем вы это разберете. Проектирование – это процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого объекта, специфическая деятельность, результатом которой является определение возможных вариантов развития новых процессов и явлений. Таким образом, проектирование – это начальная фаза проекта. Итак, педагогическое проектирование – это деятельность педагога, направленная на решение педагогической проблемы путем ее исследования и моделирования будущего образовательного процесса. Другими словами, уважаемые студенты, проект – это индивидуальное представление учителя о его собственной будущей деятельности. Так, что же служит объектом педагогического проектирования? Это разработка авторской программы учебного предмета. Это разработка инновационной системы воспитательной работы. Это внедрение инновационных форм, методов, технологий обучения и воспитания. Это внедрение новых способов оценки учебных достижений обучающихся. Технология педагогического проектирования состоит из трех этапов. Первый этап – это подготовительный. Задача рассматривается следующей. Первое – это определение проблемы, поиск информации по данной проблеме. Третья задача – поиск вариантов решения проблемы, но тем самым определение, да, оптимального варианта решения, то есть гипотезы. И четвертое – подготовка к осуществлению проекта. То есть на этапе подготовки мы должны получить результат подготовленности к проектной деятельности. Второй этап – это исполнительские. Каковы задачи? Первое – это организация образовательной деятельности обучающихся в новых условиях. То есть в результате это экспериментальная проверка гипотез. Вторая задача – это контроль за реализацией проекта. Третье – это осуществление коррекции проекта. То есть в результате мы совершенствуем, да, образовательный процесс в новых условиях. Итак, результатом второго этапа является создание продукта проектной деятельности, обеспечивающего эффективность образовательной деятельности. Это основной этап. Третий этап. Итоговый. Задачи. Обработка и педагогическая интерпретация полученных результатов. То есть мы должны в результате получить необходимую информацию для оценки эффективности проектной деятельности. Следующая задача – осмысление результатов проектной деятельности. Следующее – информирование педагогического сообщества о результатах проектной деятельности. То есть публичная оценка результатов проектной деятельности. Все процедуры здесь написаны на слайдах. Вы посмотрите подробно, разберете по этой презентации. Итак, результатом третьего этапа – это подведение итогов проектной деятельности. Итак, уважаемые студенты, что когда идет модернизация учебного процесса, сейчас мы работаем по обновленной программе, конечно, не вызывает сомнений, что ведущая роль
она остается за учителем. Поэтому вот в статье была проведена диагностика учителей школ. 38% учителей не проявляет интереса к проектированию учебного процесса. Они используют, ну, классические подходы. 19% признали, что побаиваются использовать проектирование и конструирование в своей профессиональной деятельности. Вот сейчас я хочу показать на примере учителя математики. Это проект изучения темы функции. Дополнительно, значит, я вам направляю этот проект полностью, отработанный проект со всеми результатами. Вы посмотрите, какие там этапы были. Сначала была, значит, подготовлена технологическая карта изучения темы функции. В целеполагании рассматривались обучающие цели и воспитательные цели. Далее идет этап, где вы увидите содержание образования. Далее диагностика, основные понятия, термины, символы, вводимые при изучении темы. Далее карта учителя, карта учащегося и все задания для самостоятельной работы учащегося. Ну и, конечно, на каждом этапе мы останавливаться не будем, так как время у нас ограничено. Все эти выкладки, я уже сказала, что я вам направляю, и вы внимательно изучите. И к какому выводу пришел учитель? Заключение. Данная технология способствует достижению большинством учащихся образовательного стандарта по математике. Второе. Увеличение доли самостоятельной работы, включение учащихся в активную деятельность, овладение ими способами самоконтроля, взаимоконтроля, способствует формированию системы самоуправления подростков. Наглядное видение проекта всей темы уроков снижает перегрузку учащихся, позволяет облегчить подготовительную деятельность учителя. Открытость и дозированность учебного материала способствует индивидуализации процесса обучения. Домашняя работа стала неотъемлемой частью самостоятельной классной работы, причем задача усвоения материала не переносится на дом, а решается на уроке, не допуская перегрузки учащихся. Технология проектирования темы уроков облегчает подготовительную деятельность самого урока учителя, снижая ежедневные перегрузки. Технология проектирования темы уроков делает учебную деятельность большинства учащихся доступной и посильной, а в условиях сельской малокомплектной школы возможным становится обучение учащихся по личным траекториям обучения. Так вот, уважаемые студенты, у меня просьба изучить данный проект, и каждый из вас получит тему по математике, где вы должны разработать самостоятельно по теме проект. Спасибо за внимание. Всего доброго.